Жизни в Панаме. Где твоя Оля? Где твоя Оля? Ребята, вы уже знакомы с Дамиром. Он уже у нас 2,5 дня живет в Панаме. С ума сойти. И сегодня он расскажет о своих впечатлениях и приключениях. Потому что без приключений нет впечатлений. У меня свои впечатления, я вам потом о них расскажу, потому что я была тоже в шоке. Но я об этом потом. Так что мы начинаем слушать приключения и впечатления Дамира. Надеюсь, что вам, во-первых, понравится, а во-вторых, вы какие-то сделаете выводы для себя. Это особенно важно для тех, кто, допустим, захочет эмигрировать. Даже не в Панаму, в любую другую страну. То есть, вот вы посмотрите, какие он сделал ошибки. Я потом прокомментирую отдельно в конце видео. Ошибки были, я их потом прокомментирую. Для меня были, ну, наверное, 3 основные ошибки, о которых я потом скажу. Единственное, я не знаю, озвучит ли он эти ошибки в этом видео или это будет в следующем видео, но об этом мы попозже. Итак, Дамир, сори. Как я всегда говорю, без вокала нет вокала, вы знаете меня, я... На сухую не могу сидеть перед вами, но это сок, не думайте. Хотя тут немножко и не сок, но будем говорить, что сок. Хорошо. Давай, поехали. Дамир, вперед. У меня была небольшая предыстория. Я сидел в Москве весь сентябрь. То есть я к поездке готовился и думал, что все пройдет в спокойном режиме, что все будет так размеренно, тихо, с хорошей подготовкой. Но тут у нас ударились сентябрьские холода, и я каждый день стал болеть. Валяюсь, болею то горло, то насморк, то кашель, то еще какая-нибудь фигня. То голова болит. То задница. Ой, сори. Ну, не задница. Ну, Алё, ну что ты. В общем, я понял, что для поездки нужен определенный тест сдавать. Что я этот тест ни хрена не сдам, поскольку если кихе-кихе, то, ну, а сейчас у нас никаких других болезней, кроме вот этой, самой страшной, нету, то я его не сдам. Я пошел к девочкам, в специальный центр, там, где принимают эти анализы, спросил, а как там, если у меня ангина? Они говорят, ты что, ты с ума сошел? Если ангина, не приходи. Прямо так и сказали? Да, прямо так и сказали, потому что, ну, сам понимаешь. Ну, в общем... Ставят сразу крест, то есть перестраховка, да. Простая перестраховка. Не перестраховка, а просто, понимаешь, как бы... Ну, статистика вот нужна. Эта штука, она не очень отличает это, всякие гриппы там и прочее всего. Окей. То есть неизвестно. Она должна отличать. То есть он биолог, я напомню, поэтому... Но по факту, я биолог, и у меня начальное медицинское образование, то есть корочка подтвержденная, все нормально. Я, естественно, изучил вопрос. Да, нам говорят, что тесты сверхточные, что все хорошо, но по факту я сильно запереживал. И вот представьте, я сижу в Москве, я на чемоданах уже сижу, у меня все собрано, все, как бы документы там делаются, все хорошо. Сижу, болею, и понимаю, что это продлится очень долго. И тут вдруг в какой-то день вот я уже начал выздоравливать. На следующий день выздоровел и понял, надо пользоваться моментом. Очень быстро. Побежал, заплатил кучу денег за вот этот экспресс. Когда экспресс-проверка у меня, определенные слова нельзя произносить, поэтому не будем их произносить, чтобы не забанили Алю. Спасибо, что волнуешься. Да, да. То же самое вот спросила девчонка, что сделать. Они мне говорят, ты в интернете читал, что надо делать? Для теста. Я говорю, да. Вот сделай все наоборот. Я особо человек не пьющий, но... Ну и все остальные процедуры, ну, сами можете посмотреть. А что, я не знала об этом. Первый раз слышу, а что надо сделать? Я же собираюсь лететь. Алена, мне же надо знать. Все, что там написано... Я не знаю, я там не читала. Зайди к ним на сайт. Нельзя кушать.
там, за 3 часа. Перед тестом. Нельзя ничего пить, нельзя полоскать горло, нельзя чистить зубы, нельзя там промывать нос. Ага. Нельзя алкоголь. Ой, это... Короче, нельзя. Но если ты хочешь отрицательный результат, то можно. То думай сама. То можно. Даже думай, нужно. Думай сама. Типа, мы что, девчонки говорят, мы на камеру ничего, конечно, такого произносить не можем, но... Ну, дядя, у тебя что, мозги есть? Да. Я сделал все как надо. И тест был отрицательный. Он же действует только 3 суток. Что делать? 72 часа. И я стал считать. А там же тест отдают не сразу. То есть какой-то проходит промежуток времени, довольно длительный. Мне его отдали почему-то довольно быстро. Я стал кумекать. Если я беру билет там через день, а прилетаю-то я через 2 или через 3 дня. 2,5, это 3 дня, да. То у меня уже по прилете будет недействительно. Боже мой. И оказалось, что я вот днем получил результат, и мне ночью надо вылетать. Ёханый бабай. Я, правда, действительно сидел на чемоданах. Мне помог сын. Очень-очень. Мы все быстро собрали, все докупили. Чего там надо, все дела доделали. И в аэропорт. Естественно, я посмотрел. Эти 2 дня. Я вылетел во вторник. Ну, все хорошо. Сел. Причем, причем мы с ним переписывались, я даже не знала, что он вылетел. Я думала, что он сидит в Москве, Ален, я же написал, что... Нет, ты мне ничего не написал. Ты когда мне писал, я думала, что ты в Москве, а ты уже был не в Москве. Ёханый бабай. Вообще, я поэтому в таком шоке. А я вроде написал. Нет, ничего не написал. Тогда у нас какое-то возникло недопонимание, потому что я написал, что я вот взял билет. Что я вроде нет, ты написал, что взял билет и даже мне скопировал. Но об этом. Ладно, ты говори, рассказывай. Я понял, что лететь 2 дня, я прилетаю в четверг, я сказал Алене, Аленочка, я прилетаю в четверг, Алена говорит, да, мы тебя встретим, все хорошо, мы подготовимся, все замечательно. Я вылетел. Полетел. Кстати, в полет берите с собой теплые вещи, потому что в самолетах нереально холодно. Еще и продувают, обеззараживают, так сказать, но когда ты летишь над Атлантикой, тебя обеззараживают там 10 часов подряд, ты от этого обеззараживания дуба можешь врезать. А, извини. Я прилетел. Извини. Подожди. Я просто хотела спросить, а в самолете маски надо? Да. Обязательно? Они говорили, я знаю, что вот девочки с Америки в Россию летели, сказали, что вот за 10 часов надо 3 раза поменять маски. Прямо ходили, стюардессы и контролировали. Нифига, никто не все нет? Забили. Понятно. Компания КЛМ, хорошая датская компания, все... Как послушные граждане сидели в масках. Я вот сидел вот так вот. Мне никто слова не сказал. Но, подлетая к Латинской Америке, все объявления с датского языка перешли на испанский язык. И половина пассажиров просто эти маски куда-то засунули. И все сидели вообще без масок нафиг. Потому что, они на родину летят. Кто в Панаму летел, кто в Колумбию летел, кто там с пересадками. Я там разговаривал с пассажирами. Они очень контактные. Неконтактные только русские. Русские, это такие морды, такие суровые. Вот, поэтому я... Рядом со мной женщина сидела, так, господи, так ни одним словом. Латиноамериканцы, они обсудили все вещи на свете. Кстати, впечатление от московского аэропорта. У меня сын провожал, мы зашли в аэропорт. Вокруг, в международном зале, боже мой, вокруг нас половина людей, это латиноамериканцы, и они говорят, или белые, но они говорят на испанском языке. Обалдеть. В московском аэропорту... Там какой-то ФСБшник билеты проверяет, то есть не просто контролер, а еще и дополнительно ходит какой-то ФСБшник, такой крайне неприятный дядька, такой суровый. И он потребовал от меня заполнения панамского документа на испанском языке. То есть если бы я хотя бы чего-то там не знал, хрен бы я это все заполнил. Он мне еще дал какую-то форму, а там, знаете, он такой говорит, сфотографируй. Я фотографирую. А там ссылка, и она обрывается, потому что телефон не показывает. Я ищу. На государственном сайте Панамы. Тут ответственность нигде и не пахнет в этой Панаме. Я это знал, но был уже готов, но когда мне надо на сайте Панамы найти какой-то документ, это убийца просто. Просто убийца. Да, она радуется, потому что она уже знает. Я еще раз этого ФСБшника отловил. Он развернул телефон вот так. Я прочитал полностью всю ссылку, зашел туда и все там на испанском заполнил и получил этот QR-код. Понимаете, QR-код нужен Панаме. Он не нужен России нафиг. Но строгости ради
Вот на кой хрен наши ФСБшники вот это контролируют? На кой хрен это нужно в Панаме? Пусть панамцы об этом и заботятся. Панамцам здесь тоже пофигу, все равно нет. Когда я прилетел, тут вот там оформление. Этот человек, он меня чуть ли не с ног, то есть головы до ног сканировал. То есть, ты кто? Мы сейчас тебя не выпустим. Мы сейчас тебя... Ты, если ты это не заполнишь, ты никуда не полетишь. Пофигу, что у тебя билеты, документы, чемоданы, все соб. Ты никуда не полетишь. Оформляй. Документ для чужого государства. Ладно. Когда у меня была пересадка, это в Амстердаме, там такие дружелюбные люди. Там все для людей, все нормально. Там даже надписи в туалете. Мы сделали этот туалет для вашего удобства, чтобы вы могли как бы... Привести себя в порядок. Хорошо привести себя в порядок. Ну, там написано и отдохнуть, но это по-русски неадекватно переводится. Ой, звезда экрана пришла, видите? Помните? Ой, тут две нашу звезду экрана. Собачечки. Наша звезда экрана у нас Джуманджи звезда Ютуба. Она все время. Вот, посмотри туда, вот, скажи привет. Все. В общем, так. Дамы и господа, в Копенгагене у меня тоже были чудесные приключения. Я там встретил нашего соотечественника, который из Беларуси вел. Из Беларуси нельзя вылететь в Соединенные Штаты, он через Москву вез вот такого мордотого, такого шикарного рыжего кота, мейн-куна. Человек 20 лет живет в Чикаго. У нас с ним оказалась общая дополнительная профессия. 5 часов повторяли. Все время пока ждали. Замечательный человек. Но это ж надо так. Вот мои интересы совпали. Он так, да, что вы думаете по поводу вот этого? Еще вот он ролики такие-то пишет. Да. Я ему буквально показывал. Мы массажем занимаемся. Буквально прямо в аэропорту. Я ему показывал там, вот, а вот знаете, вот эти вот точечки, вот так-то, так-то. А вот здесь такие-то методики. Он говорит, ну хорошо, ну давайте дайте я на вас посмотрю. А у тебя вот это, и как нажмет я, ай! А у тебя вот это, ой! А у тебя вот тут вот элеопсоус, я, ой-ой-ой, да-да-да, я понял, элеопсоус, Короче, мы там еще интимом занимались. Мы замечательно провели время, плюс нам добавлял кот, который вылез и валялся по всему аэропорту, очаровывал всех дам. Какого цвета был кот? Рыжий? Огненно-рыжий. Ой, как я обожаю рыжих мейн-кунов, это моя мечта. Он чудесный, просто чудесный. Я обожаю. И эти ушки с этими перышками, с кисточками, да, это вот вообще. Такие ушки. Продолжу свою мысль про безответственность. Я знал, куда я еду. Я почитал внимательно про нравы, обычаи. И вот то, что я читал, то я и получил. Говорит, то, на что я надеялся, я это и получил. Во-первых, ну да, в аэропорту. Вот мы вышли, а куда идти? Где? Что? Ни надписи, ни указатели. Ну там есть, но маленькие, минимальные. Те, кто вышел, я как-то выходил из самолета, ну знаете, вот ничего особенного. Я пока летел, боже мой, это 10 или 11 часов лета, я всю попу отсидел, у меня голова была вот такая, потому что не спать, ну как спать, когда сидячее место, оно не дает. А много людей было в самолете полностью? Самолет, что из Москвы в Амстердам, что из Амстердама, битком. Просто вот, битком. Вы видите, с Америки в Россию были пустые самолеты летают. Пустые. Отсюда поэтому... битком просто. И кошмар. Очень многие панамки везли грудных детей. Очень многие. Обалдеть. Это с ума сойти. Эти все дети, они или орали, или, ну если они могли бегать, то они бегали по самолету туда-сюда. Непрерывно. И орали. Ну, дети, что поделать. То есть поспать, ноль шансов. Да ладно, бог с ним. Ну, я вышел, вы знаете, вот, когда сидишь в России, и тебе рассказывают какие-то тропики, пальмы, бананы, ты воображаешь себе нереальную картинку. Неминуемо, потому что у нас такое воспитание, что у нас тут все серое, будничное, что мы тут как-то, да здравствует ленинский комсомол, а там обезьяны, как-то город диких обезьян. Да, дикие обезьяны в Бразилии, где много диких обезьян. Я вышел с самолета, и ничего особенного. Боже мой, я вышел с Саратов. Только по-испански почему-то написано. А тебе жара в лицо? Нет, мне жара. Потому что ты летел зимой, а я летела, когда я впервые прилетела, я летела летом. Мне когда открыли, я вышла, у меня вот так...
как финская баня в лицо, вот так. Я аж прямо чуть ли вот, если была псинка, меня бы вот так вот припечатала. Настолько мне, мне было повезло. Неожиданно. Мне повезло. Повезло. Я приехал зимой и вечером. Я вылез из самолета в куртке, в свитере. Зимней. В зимней куртке, в свитере. В тропике. В штанах и подштанниках. Ну, в общем, на мне было куча всего надетого. И когда я вылез, я понял, что надо срочно что-то делать, а то тепловой удар меня убьет. Естественно. Потому что плюс 30. Но как ночью. Же, как же хорошо. Да, тут, как у нас где-то вот на Кавказе, ночь наступает просто мгновенно. Мгновенно и очень рано. 5:30 еще солнышко, да. А в 5:35 уже глубокий вечер, в 5:40 уже ночь. Все, и уже звезды видно. Да, это правда. А безответственность – это просто чудо. Я там подходил, спрашивал, а кому мне передать документы? А, ну идите куда-то туда. Я иду куда-то туда. Тут документы. Ну, если хотите, давайте. А у вас QR-код есть? Я говорю, да. Ну, давайте. Ну, щелк этот код на фотоаппарат. А спрашиваю, а вы будете там документы проверять? Иди! Паса. Потому что QR-код уже там все данные твои внесены, уже все есть. В России это скажи. В России 10 раз проверяют. Мало ли что QR-код. В России мой паспорт как-то, знаете, сквозь какую-то штуку сканер, проводили. Потом изучали, потом чуть ли не на просвет. Вот. А вдруг я там водяной знак какой подделал? То есть в России ты никто. А проверяющие органы это настоящие органы. Люди. Да. А ты это вот, знаешь, вот, корм для настоящих людей. Ну, я утрированно, конечно, но вот у меня это мое личное впечатление. А здесь я так боялся, что вот Алена мне рассказала, что тут бывает иногда вещи выкладывает. Но ну, бывает, тут, проверяют тут выборочно. Рандом. Да. Алену проверяли. Мой багаж. Даже не проверили. Вообще, мне его просто выдали, вернее. Я переживала, потому что он в ручной кладе вез инструменты, которые, в принципе... Нет, я не вез. Ты уже переложил, да, когда я тебе сказала? Я все переложил, да. Потому что здесь вообще, не дай бог, я говорю, какие-то там... Ну, девушки, вы знаете, даже ножнички маникюрные. Да, они, да, для... ножницы нельзя. Вообще, иголки они говорят нельзя. Всякие вот эти вещи. Поэтому я ему сразу говорю, ты... Он сложил все в ручную кладь, это первая ошибка. Все очень важно, конечно, если это запрещено, ну там острые, колющие, режущие предметы, лучше багаж давать. Да. У меня были маникюрные ножницы, я их в катушку не так воткнул, пришлось переложить. Да, потому что, потому что на браслет нельзя, дай бог. Но тут даже с багажом приключения. Вот представьте, я вышел, у меня два чемодана. Один, который при мне, мне его рекомендовали сдать багаж, но у меня, знаешь, третье чувство срабатывало. Хрен я вам свое родное отдам. Там документы, деньги и все. Конечно, нет, никакой нельзя. Багаж не сдаю. А где мой багаж? Вы представьте, я в чужой стране. Я хорошо, что я немножечко знаю испанский, то есть я могу как-то с ними коммуницировать. Блин, моего испанского сильно не хватало. Я им говорил, «Донде эста the baggage?» Блин, я мимовольно сбивался на английский, поскольку, хрен его, не знаешь, какое-то одно слово, и катастрофа. Просто катастрофа, потому что, блин, ну по-английски-то я могу сказать. А знают ли они английский? Да, блин, они все знают английский. Но багаж я искал, вот так я облазил весь аэропорт. Где там, аэропорт у нас очень там? Большой. Это, ну, международный аэропорт. Нет, один... не очень, не нет очень. Но он большой. Для Латинской Америки он один. Самый крупный сейчас, после реконструкции, это в Боготе Эльдорадо. Это самый крупный в Латинской Америке. Но раньше был Токумен. Самый крупный. Сейчас уже Эльдорадо сделал. Он где-то половина московского. То есть, ну, во всем я аэропорту. Я сказала, Латинской Америке это вот крупный. Первое впечатление, я приехал в село. Ой, это очаровательно, я люблю такую, знаете, вот ненавязчивость, такую вот, когда там никаких тебе электронных табло, как в Москве, никаких там каких-то теток в костюме, матрешки, с каких-то этих кокошниках, которые там красуются с вырви глаз такими цветами на огромном экране, она там крутится и какая-то реклама нет. Ничего нет. То есть вывески и все, напечатано. Даже табло никаких особых нет, то есть ты должен идти и все это искать. И я стал искать свой багаж. Смотрю, красненький чемоданчик. Бегу, не он. Спрашиваю, а где? А, где-то там, идите прямо.
Ну ладно, я пошел прямо к тебе. Смотри, чемоданчик, бегу домой. Трехонный бабай. А где мой? И тут вижу какую-то ленту, которая змеей вьется, и какие-то люди подходят, как, знаете, тут выборочно. Что-то берут, что-то кладут на эту ленту. И вижу по этой змеевидной ленте, которая как-то из какого-то окошка выезжает, потом другой заезжает, выезжает, заезжает. Едет мой чемодан. Куда он едет, я не понимаю. Ладно, я его хватаю и тащу. Потом подхожу к ближайшему полицейскому, полицейскому и спрашиваю, а где проверка багажа? Чего? Ты иди туда. Я иду туда. Там какие-то люди для проформы, там типа, у них, знаете, вот как аппаратик у нас в метро, там типа тебя просветит. Там. Он может быть даже не включен, хрен его знает. Они посмотрели, вы куда? Я говорю, туда. Ну, клади чемодан, вот на вот эту на ленточку там, там, для проформы его что-то там просветили. Иди. Я спрашиваю, и все? Да. И все, и вот там уже все, ты выходишь и уже можешь город. Брать такси. Город. И ехать. А в Москве, когда я приходил, мне говорят, разувайтесь. Я спрашиваю, зачем? Платформа. Толще 2 сантиметра. А я в кроссовках был. Господи. То есть я платформу кроссовок чего-то взрывоопасное, наверное, запихал. Тут по барабану, в чем ты приехал. По барабану, кто ты. И в Амстердаме, кстати, тоже. Там все такое лояльное, все такое, ну, как-то лобильное, ну. Не знаю, как сказать. Все для людей, короче. По нами тоже нормально. Тут хотя и пофигизм полный, и безответственность полная. Но все равно для людей. Потому что турист – это человек. Потому ты что можешь... турист приезжает, тратит деньги. И, да. И государству это выгодно. Они для тебя расстелят ковровую дорожку, потому что ты будешь платить. Ариночки, мы долго рассуждаем о первом впечатлении. Я стал выяснять, как доехать. И тут выяснилось, ядрен батон. Я взял с собой 2 телефона с 2 разными симками. Билайн и Теле2. Оба не работают. Что такое? У меня есть роуминг. И там, и там. Ну, должен быть. Там есть деньги, телефон заряженный. Они не работают. Ядрен батон. Я не могу никому позвонить. Никому позвонить. Во всех аэропортах, по идее, должен быть Wi-Fi. Я подключаюсь к бесплатному Wi-Fi. У меня вылезает загадочная такая табличечка. А вы знаете, он бесплатный только 30 минут. Да ладно! Заполните форму. Ну, на испанском. Заполнили форму. Вы подключены. Прекрасно. Не работает. Опять подключаюсь. Заполните форму. Вы подключены. Телефон мне сообщает, что я подключен к Wi-Fi. И не работает. Не работает. Ни хрена не работает. Мне пришлось... все-таки один телефон как-то переключился. Мне пришлось по роумингу позвонить сыну. Быстро кинь мне деньги на телефон. В Москве уже глубокая ночь, ну ладно, он кинул деньги, и я смог Алене дозвониться. А вот тут начинается самое смешное. Тут начинается самое смешное. Говорю, Аленочка, четверг я прилетел, потому что мне на телефоне это показывает четверг. Алена там с другой стороны трубки подпрыгивает до потолка, и я это слышу. Да мир, собака, нахуй, зараза, какой четверг? Среда. Как среда? И тут я соображаю, что земля-то вращается в другую сторону. И я полный олух, ведь я-то летел навстречу вращения Земли, я вылетел во вторник, но я прилетел-то через 2 дня не в четверг, а в среду. И они меня не встретят. Естественно, потому что мы-то все на четверг запланировали. Да. А мы работаем, у нас полный зал народу. И Алена в ужасе. Я даже не могу ничего сделать, никому позвонить, у меня люди сидят за столом. И Дамир звонит, и я понимаю, что это российский номер, что у него нету там денег столько, я не могу разговаривать, у меня люди там, боже, это у меня был вообще это... шок, это отдельный я устроил бедной Алене прямо такое, знаете... У меня больше седых волос на голове появилось, если честно. Такой стресс Алена вот сейчас до сих пор запивает. Вот, она до сих пор не отошла от того, что я ей тут устроил со своим... То есть надо, это первая ошибка, которая, да, внимательно смотрите билеты, когда вы летите за континент, на другой континент, за океан, я извиняюсь, собаки. Да, короткий перерыв, собаки тут устроили, но наш дорогой Алена Фюрер. Алена Фюрер. Собаки понимают только испанский. Алена на них чуть внимательно кричит на русском, не понимают, зараза, скажи по-испански, понимают, понимают, как миленькие, тут 2 очаровательных. Это доберман? Нет, это American Mastiff, Бандо. Ой, чудесные собачки.
Они других гостей почему-то могут пополам перекусить, но они со мной такие ласковые, как котята. Я им понравился. Это да, первые это собаки правда, в мире, которые в моей жизни, которым я понравился. Первые, я кошатник. Он кошатник. Я кошатник да. страшный. Меня, во мне все собаки признают злой дух. Ну давай, ладно. Давай, поехали дальше. Отвлеклись. Прилетел я в Панаму. Выяснилось, что какой ужас, кошмар, мне надо самому добираться. Ладно, я к стоечке. Спросил у девушки, как доехать до метро. Алена мне сказала, езжай на метро, до такого-то метро. И тут началась вот эта вот панамская безответственность. А на стоечке мадемуазель сказала, ну нет проблем, вот засуньте $5 вот в этот аппаратик. Я вытаскиваю $50. Она говорит, нет, ты что, $50 это так много, нет, ни за что. 5 есть? Ну ладно, $5 я засую в аппаратик. Аппаратик мне выдает карточку. Идите вот туда. Там автобус. Ладно. Я выхожу, меня сразу начинают атаковать таксисты. И один из таксистов, особо въедливый, потому что я от них отмахиваюсь, говорит, а ты вообще-то знаешь, что тебя в этот автобус не пустят, если у тебя нет такого щитка прозрачного? Что ты можешь, они его развели. Щитка, нет, Алена, не развели. Развели. Говорят, без щитка тебя не пустят, бери мое такси. Ладно. Я говорю, мучо грасиас. Я возвращаюсь к этой девушке. Говорю, слушайте, а где у вас берут эти щитки? Она вытаскивает один, говорит, на. А сколько он стоит? Да вообще нисколько, даром. Я беру этот щиток, нацепляю и быстро понимаю, что когда плюс 30, то не то, что в маске и в щитке, ты, даже в маске это пытка, это просто пытка. Они тут все носят маски, с ума сойти, как они дышат. Ладно, иду на эту остановочку, а там на этой остановке кроме меня стоит персональ. То есть люди, которые работают в аэропорту. Мы стоим, ждем. Вот закат и глубокую ночь я встретил на этой остановке. А автобуса все нету и нету. Нету и нету. А я понимаю, что если ночь, а до Алены ехать до хрена километров. Почти 200 километров. Почти от аэропорта до меня 100, почти 200 от Панамы. Оттуда, откуда ты ехал, уже с Альбрука, это 100. А от аэропорта до меня почти 200. Ну, в общем, ехать. Ой, как я ехал, это просто нечто, это сказка. Я раньше думал, что самое страшное, это когда в самолете на высоте 5000 метров вдруг резко меняется звук двигателя, и они становятся бесшумными. Что случилось? Вдруг двигатели отказали. Ну, там, извините, ползала, как говорят, укакалась, да? Но просто двигатели перешли в другой режим. Но я этого не знал. Но когда я приехал в Панаму, я понял, что такое настоящий страх. Ладно, автобус не приехал. И сам персональ, женщины стали по одной, по две уходить. Я у одной спрашиваю, сколько стоит такси? Она говорит, доллар, ну максимум полтора. Я иду к таксистам, $8. Я говорю, иди нафиг. Подхожу к другому, $5. Я говорю, ну нафиг. Он говорит, ты турист, тебе дешевле не будет. Ну, он правда сказал. Ладно, говорю, комрад, $5, ну, чтобы быстро доехал. Да, пожалуйста. Он садит меня, мы едем, а тут до меня доходит, и таксист мне говорит, слушай, ты почему едешь на метро, которое поезд? Тут два типа метро, метро, которое поезд, метро, и метро, которое автобус. Автобус и метро, автобус. Давай я тебе довезу до метро, которое автобус, оно лучше, оно быстрее. И начинаю понимать, что что-то тут не так. Я смотрел по схеме, метро, которое... Поезд, оно нормальное, а вот которое бус, оно тут замысловатое, несколько, мягко скажем. Я изучил схему, я набираю Алену, телефон, Алена с ним быстро-быстро договаривается и говорит, плати ему $30, он тебя довезет до вокзала. Ну ладно, я думаю, что это как в Москве, мы сейчас сели, через 5 минут приехали. Эти 5 минут, это было около... Ну это почти, это наверное, 50-60, около... Не, больше, он меня вез... Жутко долго. Но это далеко, ребята. Это очень далеко. У нас аэропорт за городом. За вообще, да, за тут, городом, за тут городом. Расстояние, когда ты смотришь по карте, они кажутся, ну мы же к Москве привыкли, что у нас все расстояния быстрые за счет метро. И когда я смотрю там, как, допустим, от Выхина доехать до Митина, то, пожалуйста, сел через час 20, час 30, ты доезжаешь. Тут нет. Тут расстояние в два раза меньше. Он меня вез, ну, больше часа. И всего за 30 и пока, баксов. И пока вез, он мне рассказал всю свою историю. То есть мы с ним болтали, естественно. Это такой латиноамериканский, такой пухленький, такой симпатичный.
он говорит, вот в этом доме работает мой зять, а вот, вот в этом ресторане раньше мой сын работал, а теперь он ушел оттуда. А вот в этом доме живут мои родственники. И под конец он сказал, ну, ближе к середине поездки, он сказал, слушай, ты так хорошо меня слушаешь, мне так хорошо с тобой ехать. Ты теперь мой лучший друг. Но здесь Мехор амиго. Здесь латиноамериканцы, они такие. Я сказал, ну ладно, я твой лучший друг, это окей. Ну, мехор амиго. И когда мы приехали... Да, к автовокзалу, потому что до меня еще надо ехать на автобусе. Он попытался мне развести на деньги. Ну, мехор амиго, давай 30 баксов, а я ему уже 10 дал на бензин. Мы заезжали на заправку. Я говорю, слушай, амиго, ну я тебе уже дал десятку, вот тебе 20. Ну вот этот автовокзал, ты сам не разберешься, но ты же мой друг. Давай я тебе помогу еще за 10 баксов. Я говорю, слушай, не надо. Ну что, я там не разберусь. Он так обиделся. Он так сказал, теперь не лучший друг, теперь он сделал такую мину. Но при этом, но это не как наши кавказцы, то есть или среднеазиаты, вот когда если ты ему отказываешь, он тебе как-то вот какую-то злую эмоцию посылает. Нет, он сказал, ну если ты захочешь, друг, ну ты, мы же теперь друзья, ты всегда меня сможешь найти в аэропорте. Я всегда приеду. Такой смешной. На вокзале опять история. Опять Алена мне говорит, где что? Я ищу это, ни хрена найти не могу. Но люди помогают. Тут люди очень, помогают, очень, здесь очень отзывчивые. Очень отзывчивые люди. Мне полицейский помогал. У меня чемодан застрял. Знаете, вот такая вертушка с тремя этими штуками. Я провожу один чемодан, второй чемодан. И эта вертушка, зараза, ее заклинивает. Она поворачивается, вот ручка чемодана. Знаете, такая П-образная перекладинка. И вот этот тройник чемодана втыкается туда. И заклинивает. Полицейский сам вот эту штуку очень хитро как-то разблокировал. Пожал, ну, доброй дороги, в общем, сам. Это чуть ли не с улыбкой делается, то есть все для людей. Стал искать автобус. Водитель одного автобуса. 52-й, я тебе сказала, 52-я табличка. 48-я. А, значит, они это сделали. Там только. Алена мне одно сказала, там по делу другое. По делу, не по делу. Это общем, значит, он где-то взял в другом. 52-я у нас табличка, 48-я это другой. Ну ладно. А там, ну, там, главное, там едет группа... до меня. Неважно. Главное, до меня едет. Неважно, я пришел туда, водитель не захотел мне. Тут, знаете, вот у нас в Москве. Ты берешь билет, тебя обязательно садят на автобус. Тут нет. Водителю не очень понравилась моя физиономия. Он мне тут же вернул мои доллары. То есть он забрал у меня билет, который я получил в кассе, вернул мне всю сумму в долларах и говорит, вот автобус, иди туда, а? У тебя чемоданы. Да не хочу тебе. Не хочу заморачиваться. Весело. Ребята и девчата, поездка на панамском автобусе это самое песня. Экстремальное, что у меня было во всей моей жизни. Я никогда ничего такого не видел. Меня загрузили в автобус, чемоданы закинули, водитель закинул, я туда залез, нашел местечко, и он тронулся ядрен в атом. Водитель гонит с автобусом полным людей со скоростью 120-130 км в час. По городу, не по городу, ему похрен. И дороги тут специально для латиноамериканцев не так, как у нас вот полоса к полосе. Встречка. Если встречка, они поубивают друг друга. У них одно движение вот так, тут лесочек какой-то обязательно, и вторая полоса там, чтобы видно не было, чтобы не отвлекать горячих парней. Едет автобусик. А в автобусе водитель и кондуктор. Кондуктор стоит в дверях, а двери открываются вручную. То есть там такая книжечка. И кондуктор по своему желанию вот хочет ему проветриться. И он на скорости 120 км в час он распахивает. И стоит, и высовывается вот так вот напополам в эти двери. Воздухом дышит. Ночным панамским воздухом. 120-130 км в час. Ему пофигу, что он в шлепках, в тапках. Он может выпасть. И кондукторы тут только молодые люди. Ему по барабану. В автобусах тут музыка играет. Реггетон, это же панамский. Реггетон это панамский. Офигенно с громко. С Панамы пришло реггетон, чтобы вы знали. Ален, и реггетон. Когда водитель объявляет остановки, он их так объявляет, что слышно только ему и тому, кто сидит рядом с ним, потому что музыка заглушает все. У водителя монитор прямо над ним висит. И что вы думаете, там остановки? Там название музыкальных клипов, которые он слушает. Это просто пипец. Это еще не все. Автобус на остановках не останавливается. Не останавливается. Он замедляется.
И когда он замедляется, кондуктор на ходу выпрыгивает, бежит рядом с автобусом, и пассажиры выпрыгивают прямо на ходу и бегут рядом. То есть уже я вам такого не рассказывала. Я видел это собственными глазами. Много раз. И этот кондуктор потом еще высовывается и зазывает. Алло, алло, там. С города примерно полтора часа до меня ехать, поэтому там остановок достаточно много. Я ехал очень долго. Я ехал очень долго, когда я загрузился в автобус, я вдруг понял, что от стресса я забыл название остановки. Я на телефоне набираю Алену, и мне говорят, а в вашем роуминге закончились минуты. Я в чужой стране, я еду не в знакомом автобусе, хрен знает куда. И на какой остановке выходить? Я не знаю, на какой остановке выходить. В роуминге деньги улетают, это... Ну, они улетели раза в три быстрее, чем я ожидал. Я попросил сына положить, у меня уже у самого были деньги. Пипец, те заявленные 65 рублей в минуту, это фигня, это улетают фигня. Намного больше. Не знаю, каким 165. Образом. Не знаю, каким образом. Улетают просто. Причем мы не разговариваем, мы быстро, потому да, что мы я очень знаю, быстро говорили. Что... И Алена да, мне да, говорила, быстро, да, быстро, да, быстро, да, быстро, да, быстро. Давай, давай, чтобы ты потом мне мог позвонить. Я начинаю просить у близлежащих, там, сеньоры, вот у меня такая-то ситуация, я эстранджер, иностранец. Я оказался тут, вот у меня на телефоне кончился роуминг, дайте мне, пожалуйста. Один товарищ, который в телефоне там что-то набирал, говорит, а у меня нет минут. По WhatsApp позвонить, да, какие минуты? Да, второй говорит, а у меня нет телефона. Рядом сидела какая-то пожилая такая, ой, не пожилая, среднего возраста, тут очень странно, тут нет пожилых людей. В общем, панамка, она дала мне телефон, тот панамец, который... Молодой человек, который говорил, что у нее нет телефона, стал ей объяснять, что по WhatsApp будет лучше. Вранье. WhatsApp тут чудовищный. Просто чудовищный. Я Алену слышал каждое третье слово только. В общем, она дала мне позвонить. Я ей в ответ, судью эти доллары. Она, но плата. Короче, но плата. Не берет. Я ей опять, ну вы же мне оказали услугу. Да. Не берет. Милейший. То есть люди очень милые. Я еду. Автобус потихоньку. Люди сходят. Да, автобус тоже битком. Битком. Я чудом где-то сел на самом заднем ряду. И тут случается почти авария. То есть мы едем всего две полосы. Рядом едет такая огромная фура. Такая, знаете, вот не нашего типа, а американского, такая мордатая. И вдруг эта фура начинает подрезать автобус. Так резко. Автобус тормозит. Я сам водитель, я понимаю, что такое, когда тебя подрезает такая громадина. То есть ты сейчас улетишь просто со всеми пассажирами кувырком. Водитель тормаживает. Фура возвращается в свою полосу. Хрен узнает, почему он захотел со своей полосы уйти. Что ему в правом ряду не едется. Водитель автобуса догоняет фуру и начинает подрезать ее. С полным салоном пассажиров. Так вот, значит, жжжжжж. Дескать, а хрен тебе. Если водитель фуры тут подмет его в ответ, мы же все полетим в кювет. Никакой ответственности. По барабану, пофигу. Главное отомстить. Горячая испанская кровь. Да, это так и есть. Это просто замечательно. Алена мне рассказывала, ну, я сам не знаю, Алена, это что, когда тут дни получки, водители, угу. Половина водителей бухают, а вторая половина водителей только за двойную плату. Да. Я подозреваю, что да, это правда. Да. То есть не ходят автобусы по расписанию, ну тут как такового расписания нет, но и вообще автобусы ходят тогда, когда им вздумается. То есть это общественный транспорт, они могут не остановиться на остановке, могут тебя не взять, потому что им твоя морда не нравится. Если морда не нравится, они не берут. Они даже не останавливаются, просто они посмотрят, а иностранка пусть такси ловит, пофигу. Все. Ну я вам когда-то рассказывала уже. Когда автобус немножко опустил, кондуктор на одной из остановок выбежал на бегу, то есть автобус притормозил где-то до 26 км в час, выбежал, прямо на этом бегу подбежал какой-то там фрукты, как это называется? Ну фрукты где продают, нет, да? Нет, не фрукты, а что? Фондерия, как это называется? Короче, забегаловка. Схватил там какую-то готовую еду, кинул доллары, догнал автобус, запрыгнул с этой едой в автобус, разложил сиденье и стал есть. Но это нормально.
И съел свой обед, потом понял, что что-то как-то уменьшает водителя, ушел на заднее сиденье и там его доел. Кондуктор обедал прямо во время рейса. Чудесно! А потом пошел дальше. Но вы знаете, вот тоже, вот он видит, что я иностранец. Я его спрашиваю на испанском, но я же не все слова знаю. И он любезности ради, он залез в Google, перевел, я его и так понял, он перевел все то, что он мне говорил, а я же его спрашивал, вот такая-то чамы полиция, чамы, как там? Патруль по-нашему, патруль. Когда? Там? Ванду. Он любезности ради перевел мне все на английский язык и показал на английском. На английском там было написано, я все, что вы мне сказали, передал водителю. То есть, да, человек, который вообще без башни, но любезный. Но здесь такие, здесь, я говорю, здесь люди толерантные, к иностранцам относятся хорошо. Это огромный даже плюс. Очень огромный плюс. Тебе помогут, тебя за ручку возьмут, тебя отведут. И даже если человек занят, они такие очень, ну как, любезные. То, что они безответственные и без мозгов в голове, это одно. Но то, что они тебе помогут, если ты не знаешь, довести, привести, это да. Слушайте, ребята, все, завязываем. Это видео очень уже получилось очень длинное. Впечатлений еще куча, но куча. Будем продолжать. Следующее, ну не знаю, я потом вам расскажу, о чем мы поговорим. Как всегда, я выпрашиваю пальцы вверх. Чем больше пальцев, тем быстрее выйдет видео новое. Впечатлений куча, так что будет о чем поговорить. Все, всем пока. Целую. Пока. Люблю.